Native Sound Blaster ZSE – звуковая карта для гейминга и проведения аудиоконференций. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке. Внутри вставка из пеноматериала, в котором надежно размещены сама карта и выносной проводной модуль регулировки звука. Также в комплекте есть пользовательская документация. Звуковая карта выполнена в виде полноразмерной карты расширения для слота PCI-Express. Лицевая сторона платы закрыта металлическим кожухом в яркой красной расцветке, посередине которого есть смотровая прорезь, через которую виден аудиочип SoundCore 3D. В верхнем углу предусмотрена декоративная вставка из пластика со светодиодной подсветкой. Набор интерфейсов на задней планке состоит из 5 позолоченных разъемов под коннекторы на 3,5 мм, а также оптического выхода и входа. Производители позиционируют данное звуковое решение как карту для гейминга и проведения аудиоконференций. Неудивительно, что применяемый здесь процессор заточен не только для обработки звуковых, но и речевых сигналов. А еще данная звуковая карта оснащена усилителем, который позволяет использовать наушники студийного уровня с сопротивлением до 600 Ом. Из геймерских особенностей отметим поддержку аудиопрофилей для популярных игр, а также предустановок эквалайзера микрофона для улучшения голосовой связи.